Я выбрала сегодня для себя невероятно красивое предложение. Многие издали могли подумать, что это платье. На самом деле, выбрав костюм, я получила сегодня увеличение в своем гардеробе на 3 базовые вещи. Базовая блуза-туника – раз. Юбка-карандаш, украшенная кружевом – 2. И соединив их вместе в костюм «Ажурное лето», я получаю альтернативу платью. 3 базовые вещи по специальной цене. Одна цена за 3 вещи – 4799 рублей. Это специальное предложение дня. Размеры от 46 до 62, но более того, у нас еще есть и 2 расцветки на выбор. 2 цвета на выбор. Для тех женщин, кто желает подчеркнуть яркость своих глаз, голубой цвет. Ну а для тех женщин, кто любит румянец, оттенки коралла находятся у зоны лица. Невероятно красивый, холодный жемчужный цвет. Мне очень нравится, Леночка, вот ты приложила сейчас к своему лицу, очень тебе идет. Спасибо. Брюнетки сейчас посмотрят на тебя и отзовутся. Костюм «Ажурное лето» впервые вышел в эфир в моей программе «Совет отличного стилиста». И за несколько минут он разошелся по нашей стране. Около 100 костюмов женщины уже купили. Поэтому у нас сегодня ограниченная партия, ограниченное количество этого предложения. Но еще и специальная цена, которая действует только сегодня. 4799 рублей. Завтра этот костюм будет стоить более 7000. Ты знаешь, меня смотрит сейчас моя мама, когда она увидела меня в этом костюме, когда я позвонила, и она сказала: «Света, какой красивый на тебе был костюм! Надо брать, друзья мои, потому что такие вещи мы в магазине просто не встретим по такой цене». Внимание на подиум. Сейчас вы увидите, что наш костюм «Ажурное лето» вы можете носить как костюм, как это делает Танечка и я, а вот Наташа выбирает другую базовую модель однотонного синего цвета. Это могут быть и брючки, это может быть и юбка. У нас, кстати, брюки очень хорошо, наши женщины активно берут. Вот ты знаешь, мне даже кажется, что когда смотрятся вот такие ткани, контрастно, даже интереснее смотрится костюм. Очень красиво. Давай поговорим о ткани. Так, давай. Если вы уже выбрали для себя расцветку, мой совет – брать размер в размер женщинам, у кого богатый верх и широкие бедра. А вот женщины, у кого все аккуратненько, могут выбрать даже на размер меньше. Например, если у вас 48, вы можете взять 46 и не ошибетесь. Очень хорошая посадка, невероятно эластичные ткани. Посмотрите, как они тянутся. При этом невероятный возвратный эффект. Вы видите, что туника не потеряла своей формы. Она мягкая, но в то же время плотная. То, что касается кружева. Давайте посмотрим. Вот кружево сейчас, между прочим, очень капризное. Как здесь оно исполнено? Ты знаешь, Лен, мне здесь очень нравится эффект жаккардового плетения. Так. Кружево плотное. Здесь добавлен хлопок, поэтому он держит форму. Он не висит и не болтается. То, что здесь мы видим с вами переплетение и флористику, это за счет переплетения нитей. Эффект жаккардового плетения предполагает перекручиваемость нити в несколько раз, а это дает прочность нашей ткани. Поэтому с таким кружевом никогда ничего не произойдет. И вы видите сейчас, как наши модели постройнели на глазах. Я присоединяюсь к нашим девочкам, чтобы вы смогли увидеть целиком наши готовые ансамбли. На Татьяне. Таня носит размер 50-52. На Танечке костюм 50-го размера. Посмотрите, как аккуратно все сидит. Если у вас верх меньше, выберите по зоне верха. Если наоборот широкие бедрышки, помните о том, что юбка, несмотря на фасон карандаш, свободна. Свет, ну ты говоришь, что стройняющий эффект, ну а за счет чего? Мне кажется, вы просто все стройные и все. Нет, какие там стройные? Ну, у нас формы, и я могу при этом сказать, друзья мои, чтобы вы не ждали конца презентации, уже сейчас закажите свой цвет и размер, костюмы тают. Итак, за счет чего мы получаем эффект стройности? Давайте разбирать вещи по отдельности. Туника. Туника скроена таким образом, что зона бюста и плечиков кажутся изящнее. За счет того, что здесь идет асилуэт, посмотрите, как выточки сели хорошо. Драпировка ткани богатая, она скрывает мой живот внутри. Вот эта зона у женщин от бюста до бедер считается самой проблемной. Посмотрите, Визель предлагает вам хорошую длину. Очень хорошая длина и фасон асилуэт. Если я сейчас сделаю, расширю немножко тунику, мы увидим асилуэт.
все секреты внутри. Ваше внимание приковывает кружево. Он тоже играет роль отвлекающего маневра. Юбка-карандаш, она заужена к низу. Она делает нашу фигуру пропорциональной, уменьшает зрительные визуально бедра. И не забывайте, что эластичная ткань слегка нас утягивает. Если вы хотите подчеркнуть свои достоинства, скрыть все свои недостатки и окружить себя дорогими тканями с натуральным хлопком кружева, заказывайте прямо сейчас. Костюм «Ажурное лето» 4799 рублей, звонок абсолютно бесплатный. Успейте дозвониться и забрать свой цвет себе в корзину. Лена, если бы ты знала, как я себя легко ощущаю. Расскажи. Мне очень легко. Мне нигде ничего не давит, не пережимает. И рукав здесь, кстати, очень комфортный реглан. У Танечки ручки крепенькие. Мне очень нравится, что за счет такого кружевного рукава наша Танечка выглядит очень изящной. Очень красиво идет этот оттенок и брюнеткам. Невероятно красиво украшает кружево. Цветное кружево сегодня на пике популярности. Встретить его в магазинах не так-то просто. Лена рассказывала, что у тебя на родине... Забайкалье, да. Сколько стоит метр? Более 7 тысяч стоит один метр вот кружева. Это да. Вы покупали дочке на платье выпускное. Я могу сказать, что этот костюм, если вы будете шить, уйдет здесь на две базовые вещи очень много времени и средств. А сейчас давайте посмотрим еще на посадку юбки. Здесь нет приточного пояса. Так. И это прекрасно. Эта юбка подстроится под все ваши параметры и подчеркнет вашу красоту. Успейте дозвониться прямо сейчас и заказать свое ажурное лето, свою корзину. С праздником вас, милые женщины!